Приезжай за следующее Татарстан. Джанвай Ур. Yanırıp zamanı canımın babası altın ulandı. Namısın büyük saktağa del doğuşun durup dünden çürüptü. Kadırın tuyu barftan ömre. Şerifden geçme çiğdüz. Kaynatından can ağan. Kalın eldi barftağan. Yegemedik dikmen çile ömrüm vergen biz gel kançada mi? Bayırdan vurup düştü eldeşi. Namısın büyük saftağa del. Приглашается его соперник, боец из Узбекистана, Юлдашев Шахзод. Итак, слева от меня боец команды Кыргызстан, весовой категории 66 килограмм, рост 179 сантиметров, ему 25 лет. Кандидат мастера спорта по рукопашным боям, чемпион по грэпплингу города Бишкек, команда Первомай. Встречаем Джанбай Бектурсу! И в красном углу боец весовой категории 66 килограмм, ему 25 лет, рост 175 сантиметров. Он является мастером спорта по боксу. Представитель команды Узбекистан. Встречаем Юлдашев Шонзо! Бойцы на середину. Напоминаем правила: за шорты, за сетку, за перчатку не держим. Позвоночник, пах, затылок не работает. Пожали руку друг другу. Пожали. По углам. По углам. Первый раунд. Первый раунд.
На награждение приглашается вице-президент Джалалабадской области Дабуев Кошалиев Саид. В этом бою в первом раунде за 1 минуту и 55 секунд техническим нокаутом победу одержал Юлдашев Шолзов.